только это опять. Сегодня опять мы повторяем, конечно, сюжет фильмов. Все увидите в ролике. Если хотите залететь на размер, ссылочка в описании будет. Вводите код FGK, вы получите 75 тысяч долларов, когда отыграете 10 часов. Ехала. Так, двадцатка, миллион. Миллион на... Что ты поставил на двадцатку? Так тебе, нам обоим выпадет, брат, не очкуй, не очкуй, будет. Ни тебе, ни мне не выпадет. Будет! Давай восьмерочку, пожалуйста, я умоляю. Якорь. Чуть-чуть. Слышишь, якорь. И я якорь. Что вы мне на это скажете? Эндер якорь. Фига, смотри, с бантиками, рожки вот эти вот. Рожки. Двадцатка пролетела. И... 23. 23. Ну и ваших выиграл. Хорошо. 3600. 1 800. 3600. Ты по 200 тысяч поставил на каждую? Да. А ну техника масло. Так, значит. Тормози. Чё его так? Так это не техника масло. 18 миллионов. Это уже моя техника. 1 800 000. Ау, техник. Технично, брат. 17. Бля, словах запутался. Научите русскому, пожалуйста. А ты так-то в плюс я пошёл. И говоришь, ты лям заряжаешь или полмильни? Лям. По 200 тысяч ставка. Что-то я... Ты по 500 поставил? Ну я по 500, и там где-то 100, где-то еще там сверху добавил. А можно 18, блин, пожалуйста? Было бы славно. Эй, магниты ебаные, 25. 25. Что магниты, мне кажется, у заборщика какие-то сейчас. Ну, 700 немного, но приятно, знаете. Сегодня должно быть фильмевская вот эта штука. 11 где? Вот он, 11. Давай, Дрейк, God bless, please. Give me some extra money with extra deep. Two number nine. Two number nine это 2 единицы, это 11. Поэтому two number nine. Эх, сейчас бы 13 бы выпало. Классно было. Не, 11. Тут сейчас по-любому 11. Потом я танцую. Мы орем. И такие, ебать, залутали. Опять идем сливать на контейнерах и по кругу. Стой, подожди, в сценарии другое было написано. Где это? На третьей странице посмотри. А, я вторую только смотрю. 11. Магнит! 20 нормально, хорошо, мне тоже подходит. Блять. 7200, пацаны. Бля, Егорчик сейчас думает, вот бы сейчас ролик закончить нахуй. Пацаны, X2 я сделал, все, я готов уходить. Ебень, что ли, нахуй? Дец, он там ставки делает. Блин, сколько у тебя сейчас? Вот, было 20. Ну, точнее, изначально было 10, сейчас 20. Ну, я поставил. А, пиздец, блядь. 10 лямов сделал. Зеро ставлю. Не, 11. Бля, какой еблан там на пятерик поставил. Гнида, сука. Тихо, пятеро, я помню. Ты был тогда, Егорчик, когда чел ставил все время на пятеру? Да, бля, я это пиздец вспоминаю каждый раз. Не знаешь эту историю, Егорчик? Не-не. Чел всю катку сидел, ставил пятеру ставил. У него бабки закончились, он встал, я вместо него пятеру поставил и залутал. 36 миллионов, бля. Это как с Харламовым история, блядь, была. Пятера. Да. Бля, рядом было 22. Сука, я хотел туда поставить. Да, бля, пятера заруинила. 11, my boy. 11. Вон, может, 0? 11. Может, 0 все-таки. 11. Ну, давай 0. 12, 46, I know English, блядь, эти циферки. Что такое 12? 12, 12. 6, 12, что такое? 6, 12? Да, не существует такое число. Бля, ну 6, 7, 12, блядь. Хуйня какая-то. 6, 7. Записываем. Oh man, we is Англии. 6-7, хорошо. Что это, 8-6? Да, 8 врагов. Не 7, а 8. А, это 9, блядь. 9, блядь. Бля, ну почти 25. 18 в голову пришло, духи! Духи! Блядь, опять. Блядь, не ставьте со мной на первую, эй. Ладно, не буду. Я получил за час игры ледяной пропуск. Там 500 уровней, блядь. 3,5 ляма слил. Так я Гринч, я же пищу деньги, подарки, давай, блядь. Подарок ебаный. Судьбы. Как в фильмах. Давай, 36 миллионов. Казино взрывается. Монетчик ебаный. Давай. Ну что, мозга еби, настроя, блядь, никто не ставит. Мозга еби. Не надо мозга ебать, пожалуйста. Сидит, ждет. У меня минус 6 миллионов уже. Сколько? Минус 6. Мне плюс 7. У меня было 10, теперь 6. Ой, тьфу, 4. Блядь, нет, цифры сегодня что-то вообще от меня убегают. Где 18? Я потерял. Блять, я мудак! Ну, блять, ну какой 36? Ну ты гнида ебаная, блять. Сам такой. Пятяра. А, 5. Вот не дай лах, я сейчас не буду ставить на первую эту. Не дай лах, она выпадет. Сейчас бы 26 выпало. Ай-яй-яй. Не надо. Пятёра, ребят. Надо 2-17. Пятёрик сейчас нахуй залетает грязно просто. Сколько тебе денег осталось, Джоня? 14. Пиздец. А было? Мне кажется, быстро как-то закончится все. Не-не-не, как в фильмах. Последняя ставка. На последние ставки. Да. То есть сколько у тебя изначально было? 21. 21, ну как в фильмах, ну ладно, там, ну. В конце на 21 ставить, да? Ну да.
Прощайте, Брабан Буква. Эй, блядь. Ю, блядь. Пятера, сука, магнитная улетела. Блядь. Ну, блядь, ну это мразь, нахуй. Ну, слушай, короче, на первую не упала, но упала на третью. Ну, да. Блядь. Гандик, ёбан. 7. Похуй, вот так вот, 13-16. Нет, 7, ребята. Что уже пятерик, я пятеру слил. Чё, опять хочешь в этот блэкджек, блядь? Там вообще все по маслу шло. Давай. Сука, мы уже хотим увидеть, проебали мы или выиграли. Ну, по факту. Бля, вот Саси было заебись. Насколько он был невезучий, настолько я был везучий. Будь здоров. Будь здоров. Спасибо. Верно. Настя ставит на 1-0, ставишь на 2-0, падает 2-0. Да. Можно, пожалуйста, 13-16, там, типа такого. Да куда 7 улетело? Блять, 8. Блять, 31 нахуй. Какого хуя третья дюжина, третий раз подряд, блять, или четвертая нахуй? Четвертый. Давай, похуй. Я вот ставлю 3 последние ставки и вот просто Alt-F4 жму, если не выпадет мое число. Так а что, мне денег не хватит уже? У меня 1 600 000 остался. Ебать. Вот именно. Но пятера сейчас обмазанная выпадает. Маза. Я реально, ту историю просто легендарнейшая, блядь. Чел, мне кажется, волосы на себе порвал, блядь, когда ты увидел. А он видел это? Да, он стоял рядом. Да, он а что сказал? Я не помню. В мути были мы тогда. Блядь, да вроде ночью было. Мы ночью сидели, вот когда мы первый раз пришли на радик, мы вот так же ночами сидели летом. Это вроде тогда было. Не вспомню. Вау, как охуенно. Да какой 3? Нормально. Да иди нормально. Пятера должна была быть. Хотя бы 800 000. 35. Ставлю лям. 27. Не, я сейчас, короче, я сейчас по-любому еще лям заряжаю на число, потом буду на 0. Ну, 0 тоже число. Подожди, Женя, ты сейчас убрал с пятеры? Да. Я 35. Лям, ставь туда. Мне кажется, ну, если... Не надо историю с пятеркой. Бля, ну это легендарно будет. Мне кажется, ну, Егорчик обстол дистанционно просто вот так вот. На нахуй. И все. Сейчас бы 27 получить, честно скажу, прикольно. Не, надо пятеру. Ну ради мема давай пятеру. Да и ради денег тоже. Не, деньги ты потом вернешь. Пятера. Ну, бля. Не надо 28, сука. А я на сколько, 35 послал, нахуя? Ты на 35, да. Так, все, потом... последняя ставка. Пятера. Давай зарядим. Все, давайте зарядим на пятеру. Так у меня последняя ставка, у меня 500 долларов. Последнюю ставку. Давай. И не очкуй. Ой, бля. Так, бля, вот я просто десятку на каждой уйти копейки ебашу. У меня все, у меня 581 доллар остался. Бля, вы прикиньте, сколько это денег, если мы сейчас все выиграем. Ну, где-то 100 000. Давай не будем представлять, будем думать, как будто где-то этого нет. Сейчас выпадет. Ну, я поставил на 29, смотрите. Почему 90? Это 105 лямов ровно. Почему? 36. Ну, 36. Ну 36 плюс 36, 35. У меня 500 тысяч, 72. Бля, выебланы нахуй. Чистая прибыль, 105 лямов. Хуисто. Бля, ну уже не пятерок. Блять. Ну, я бы тоже не угадал. Я тоже. Все, я вас покидаю. Альди верчи. Я буду, ну я так сзади ему, понял? Я лям заряжу. Егорчик, ты все тоже, что ли? Да. В смысле, все, давай дотушиваем, блядь. Нет, все. Две ставки, там. Давай, не ошибаюсь. Егорчик, дотушивай. Ладно, две ставки. Ой, блядь, сливаюсь. Я-то по, ну, причинам таким. Интересно, блядь, мне денег больше нет. Там, да, Егорчик просто каждую копейку, рубль бережет. Не, ну мне на Феррари надо, там она 80 лямов стоит. Ой-ой, подожди, какую? SF-90. А, я думал с БП. Не, там как раз не хватает, типа, десятки. Зеро, пожалуйста. Можешь! Не, ноль. Магниты ебаные, сука! 14. Ну, кстати, заебись, 3 600. Бля, ну там магниты были. Спасибо, Джоня, что... Дай на 23. Вот 500 тысяч на нуле, 500 на 23, ебаш, Джоня. Ладно, послушаю, блядь, бедняк. Бедолагу. Давай. Я сделал, как сказал Урага. Мне нужно... Может он сначала на нуле останутся, потом резко перепрыгнет на 23, я два раза выиграю? Будет идеально. Там чисто пинг сработает, 500. Тебя уже все будут трубку жать, поздравляют. Но хоп, на 23. Магнит случайно, блядь, включили. Давай, 23, пожалуйста. 0. Да, 0. Бля, ну ураган, ну я лям залил бы туда. Бля. Все. Ну нормально, 18 миллионов тоже прибыль, блядь. Сука, блядь. И стой. Вот это было бы как фильм. Вот сейчас на 23, вот сейчас на 23. Все, иди нахуй, я не буду. Ну вот сейчас на 23. Я не буду тебя слушать. Блядь. Я просто посмотрю. Хорошо. Блядь, ну какого хуя? Ну, блядь, ну вот это как фильм. Да там, ну это деньги, блядь. Ну пришли, ушли, хуй с ними. Я бы много выиграл, блядь. Знаешь же, одно 0. Я на одно, не на два ставил, блядь, одновременно.
времена на одной знал, блядь, и туда лям зарядил. Не, ну а ты вот представь, как будто это последняя ставка, у тебя осталось 500 тысяч всего лишь. Так ничего не надо представлять, у меня было все на руках, блядь. Да не было, у тебя 500 тысяч только было. Мы сейчас 23 не подавим, я просто... Тошнит от вот этого вида. Я просто как Гаммер Симпсон нахуй тушу сейчас. Ну что-то, блядь... Где твой 23 нахуй, а, сука? Ну вон оно, на барабане же есть, есть. Ну а чё ты меня слушаешь, блядь, я деньги слил там. Не буду, блядь.